Здравствуйте, начинаем новое интервью. Я сейчас расскажу, как я был в музее паровозов. Там, первый раз там паровозы были скучные, но когда я зашел на одну половину, там такой вагон, там такая крышка у него открывается и выезжает вот так, такая ракета. Она высотою вроде... четырехэтажный дом. Это что, военный какой-то паровоз был? Ну, вроде да. Но еще я залезал на такой паровоз. Там была такая дверка, куда и уголь насыпывается. Угу. И там я залазил в этот вагон, потому что он был прикреплен к этому.